нашем случае это лего и крепежи для штор. Убеждаемся, то, что вот эти вот рычажки вот тут. Накрываем контейнер. Ставим вот этой вот стороной к этой штучке контейнера. Они легко соединяются. Нажимаем на вот этот вот рычажок. Мусор вываливается. Бывает не с первого раза. Но это ничего. Но это не беда. Все пусто. Отсоединяем контейнеры. Крутим вот этот вот рычажок. И мусор засовывается в тот контейнер. Бывает, правда, то, что не все засовывается. Но это, опять же, не беда. Надо всего лишь запастись терпением. Вот эта вот штучка очень тонкая, поэтому она не пролазит. Открываем. И тут у нас весь мусор. Чтобы его выкинуть на свалку, надо повернуть этот рычажок. И все выкидывается. А можно, чтобы не вот так запрокидывать еще? Подержи, пожалуйста. Вот здесь есть специальные такие, с той, с другой стороны. Но они уже отвалились. Да нет, не отвалились. Они нормально себе функционируют. Вот, пожалуйста. Также вот тут вот есть хорошая детализация. Внутри есть сиденья и разные штучки. Даже коробка передач есть. Есть. Если опрокинуть кабину, то тут можно посмотреть внутренние части мусоровоза. Если поставить вверх тормашками, то можно увидеть, что под мусоровозом. Это также очень интересно. Особенно смотрите вот тут, как работают все эти механизмы. Ну и то, что колеса на месте, да, как он ездит. Прокати маленько вдоль поперек. Все, спасибо.